Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду запекать картошку в духовке, но немножко необычным способом, интересным. Я думаю, что такая картошка разнообразит ваше семейное меню, но также это блюдо украсит любой праздничный стол. Скажу вам, что я такую картошку очень часто подаю гостям на праздничный стол. Итак, что же нам понадобится для этого блюда? 1-2 зубчика чеснока, сама картошка, соль и растительное масло. Приступаем. Берем зубчик чеснока и натираем нашу форму для запекания. Если у вас много гостей, вы можете это сделать просто на противне. Наливаем растительное масло и смазываем форму. Затем нам понадобится соль. И солью присыпаем дно, так чтобы было среднее, не очень сильно густо, но и не жидко. И разрезаем картошку пополам. Лучше разрезать не поперек, а вдоль. Чтобы площадь запекания у нас была побольше. И пропечется она тогда получше. И просто выкладываем картошку вниз разрезанной частью. Таким образом она у нас просолится, и масло уже растительно даст ей золотистость. Вот и все. Теперь мне остается поставить картошку в духовку, которая разогрета на 180 градусов, до готовности. Готовность ее проверяем ножиком. Прокалываем ее и смотрим, мягкая картошка или нет. Ну вот и все, картошечка готова, она получилась румяная, хрустящая снаружи и мягкая внутри. Можно подавать хоть с селедочкой, хоть с огурчиком. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!